Кобель номер два, тоже черный, с белым, у которого одна лапа левая черная. Вот. Тоже очень красивый мужчина. Очень красивый. Большим белым воротником. Вот такой. Очень красивый мужчина. Конечно. Вот такие у него лопатушки милые. Да, вот такой хороший малыш. Приучаем к ручкам. Приучаем к прикосновениям. Да, чтобы собачка потом хорошо, позитивно очень относилась к манипуляциям, к тому, что с ней руками что-то будет делать. Ушки, глазки, носик чистить, коготки резать, шерстку расчесывать. Да, приучаемся любить, когда тебя ручками трогают. В семье, чтобы все могли потом трогать ручками. Гладить, трогать, тискать, играться, да.